Уже здесь Скрим проходит позиции. И сам в блайнде. Скрим замечает очень поздно. Все-таки делает свой фраг. Там все в блайнде. Нужно забирать одно и второго. Скрим. Великолепная игра. Великолепный АИМ. Показывает нам Адил. Это, возможно, 16 раунд для команды NVAS. Сиксер немножко не дожидается игрока за машиной. Хотя уже понимает, что где-то прострел явно не от своих ребят. Но нужно чекать спину. Нужно чекать спину. За троечкой у нас буст. Небольшая башенка от Скрима. Его тиммейта XMS. Ну, слишком сильно подставился. Почему-то не заметил Зера. И выбивание для HellRaisers более чем возможно, потому что и так деньги будут, нужно идти дальше. Скрим! Скрим! Это эйс! Скрим! Боже мой, Адил, это просто эйс на девайсном раунде.